Рецепт приготовления грибной икры из опят на зиму довольно простой. Я люблю, чтобы в готовом продукте чувствовался вкус лесных грибов, поэтому не добавляю почти никаких приправ, вкусно и натурально. Такая грибная икра из опят на зиму в домашних условиях готовится довольно легко. Если вас удивила лимонная кислота в составе, то сообщу, что она выполняет роль консерванта ничуть не хуже привычного нам уксуса. Правда, если вы планируете сделать одну банку и съесть ее за 3-4 месяца, тогда не нужно добавлять кислоту. 3 месяца баночка простоит в холодильнике без проблем. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. На растительном масле обжарим измельченный лук. Когда он станет золотистым, добавим грибы, жарим до полной их готовности. Я предварительно опята еще отвариваю в течение 40 минут. С грибами лучше вести себя осторожно. 2. Когда из грибов уйдет лишняя жидкость, добавляем чеснок и специи по вкусу, обжариваем до полной готовности, аромат будет потрясающий. 3. Перекладываем всю массу вместе с остатками масла в блендер, измельчаем до состояния однородной пасты. 4. Баночки и крышки стерилизуем, выкладываем еще теплую массу, сверху посыпаем лимонной кислотой и закрываем крышками на зиму, а зимой достаем и наслаждаемся. Вкусняшки, подписавшимся. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Опята 1 кг, лук 300 грамм, чеснок 50 грамм, масло растительное 3 столовые ложки, соль по вкусу, лимонная кислота 1 щепотка, количество порций 5-8. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем добра! Заходите еще.